Сегодня на нашей страничке в Facebook, а также на сайте наших друзей Слон.ру, мы попросили наших зрителей составить маршрут для Сергея Семеновича. Мы пока не знаем, куда он направится, но, может быть, он прислушается и к пожеланиям жителей Москвы. Ну, вот, например, пользователь под ником Артур Вельф предложил Собянину заехать в дома престарелых и не забыть посетить столичные детские дома. Юзер под именем Барбара Спиер посоветовала заехать в приют для животных. Еще, например, был совет проехаться без мигалки по самым оживленным трассам города. Например, по Кутузовскому проспекту. Здесь, конечно, неуместен. Нет, вот Кутузовский более-менее, кстати, едет. Да. С утра в субботу вообще по всему городу можно ездить, между прочим. Да, с утра если в субботу. Когда объезд, действительно когда объезд идет. Да. Это объезд идет, если с утра в субботу вполне можно нормально ездить. А вот Марина Стрекова, да, для первой экскурсии Собянина выбрала коммунальные квартиры в центре Москвы, те, что напротив Мосгордумы. И, например, Александр Коновалов проинспектировать оставшиеся в городе хрущевки.